aşk için her şey, aşk için her şey. Karısı başımıza inşallah derken, 41 kere maşallah derken, tam da aradığım aşkı bulmuşken, her şey alt üst oldu birden. Ah, aşkın gözü görmüş derlerdi, kalbini acıtırmış derlerdi, ama aşk gibisi yok da derlerdi. Aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey. Ты не сказал? Не сказал. И не скажу, можешь расслабиться. Больше нет необходимости меня контролировать. Хорошо? Теперь иди. Что-то случилось? Уходи. Что-то случилось? Оставь меня! Я увидела твое лицо в саду. Что ты увидела на лице? Я не знаю. Нет, ты знаешь, знаешь. Посмотри на меня, смотри в глаза. Посмотри, ты знаешь, скажи. Не знаю. Скажи и посмотри. Не знаю, не знаю, не знаю. Теперь скажи, что ты увидела в моих глазах. Отпусти. Я тебе скажу, что ты увидела. Скажу. Ты видишь лживого человека. Ты видишь двуличного человека, у которого нет смелости сказать правду. Того, кто боится до смерти потерять своего брата. Ты видишь жалкого, вот что ты видишь. Вот что ты видишь. Это то, что ты видишь. Ненавижу себя. Прости меня. Иди отсюда.
Жизнь моя где-то была. Ты плакала? Джим. Я хочу расстаться. Ты так говоришь, будто хочешь не отсюда уехать, а от меня уйти. Я не могу, Джим, пожалуйста. Все закончилось. Что значит закончилось? Как может закончиться ОИКЮ? Мы должны пожениться. Мы не можем пожениться, Джим. Мы не можем пожениться. Пожалуйста, отпусти и дай мне уйти. Здесь где-то останови. Не доезжай до самого дома, чтобы так не попасться Зеро. Точно, она ждет у самой двери. Идем. ОИКЮ, ты в порядке? В порядке. Ты не очень хорошо выглядела и по дороге слова не сказала. Если хочешь рассказать, то... Нет, спасибо. Хорошо, я не буду настаивать, но когда захочешь, я выслушаю. Спасибо. Мы тебя побеспокоили. Пожалуйста. Доброго вечера. Вы проходите, я чуть позже зайду в дом. Хорошо. Сестра, ты не очень хорошо выглядишь, и по дороге я переживала из-за Мертера, не смогла спросить. Что случилось? Что он сказал? Мы не успели? Рассказал все? Нет, сестра, нет, он ничего не сказал. Тогда ты почему в таком виде? Сестра, я рассталась с Джимом. Что? Почему? Что случилось? Из-за чего расстались? Ну, расстались, сейчас ничего не спрашивай. Мне плохо сейчас, потом поговорим. Из-за него, да? Сестра, я же сказала, мне плохо. Поговорим потом. Не дави на меня. Хорошо, хорошо, сестренка. Хорошо, смотри, потом обсудим это. Ну, не смей говорить маме о расставании. Хорошо. Давай, соберись. Наказание. Ну-ка, постой. Ребенок, вы меня убьете? Где вы были? Сколько времени? Ответьте же, где вы были допоздна? Мамочка, мы пришли ведь. Мы здесь, все хорошо. Если ты позволишь, мамочка, по-моему, с этими маленькими дамами пришло время серьезно поговорить. Уйди, Серка. Что-то случилось. Что-то плохое случилось. Сейчас же говори. Нет, мамочка, ничего не случилось. Как это не случилось? Вы не можете от меня это скрыть. Ты что, не видишь состояние сестры? Что-то случилось? Говори сейчас же. Ладно, я признаюсь. Что ты так смотришь, сестренка? Пусть и мама узнает, что мы поссорились. Вы поссорились? Ну, не я поссорилась, а ОИКЮ со мной поссорилась. Не доводите человека, из-за чего вы поругались. Говори, ребенок мой. Я не хочу говорить. Разрешите, пожалуйста. Минутку. Эта девушка в свадебной суете, и вместо того, чтобы поддерживать ее, ты создаешь ей проблемы? Ой, мама, молчи.
Сейчас же попросишь прощения у сестры. Я в этом доме не хочу обид. Я клянусь, я вас убью. Все закончилось. Обратного пути нет, Ойки. Или ты еще больше будешь раздавлена? Не отвечает. Почему я сегодня такой? Почему мы сейчас не вместе? Почему я не знаю, увижу ли тебя вновь? Ты расскажешь, Ойки. Все, хватит, больше не пей. Хватит. Почему это кольцо у меня, брат, а? Что-то случилось. Что-то случилось, когда зашли домой. Смотри, скажи мне, что ты знаешь, я не расстроюсь. Неизвестность сводит меня с ума. Джем, откуда тебе знать? Что я тебе сделал, Ойкю? Все мы готовы верить в сказки. Слава тебе, Господи. Выйди, говорю. Выйди. Что происходит? Выходи. Иди сюда. Мы поговорим с тобой. Да что тут происходит посреди ночи? Он пьян, что ли? Я не уйду. Я скоро выйду, выйду. Ты подожди меня. Увидишь? Давай. Выйди, говорю. Тихо, ничего не произошло, дитя мое. Будьте спокойны. Почему он пришел? Выходи. Да в этом доме две молодые девушки и женщина. Мама, кто это? Кто это орет? Откуда мне знать, дитя мое? Ну-ка, постой-ка, узнаем. Что происходит? Что это за звуки? Внизу кто-то есть. Вот и все. Хорошо, ладно, дитя мое. Увидим, увидим. Я посмотрю. Я сейчас скажу, мам, ты постой, Серкан, а ты посмотри. А почему я? Ну, пожалуйста, ну посмотри. Я посмотрю, конечно, но я сойду с ума, и ты потеряешь контроль. Ну, конечно, конечно, мы это очень хорошо знаем. Тогда я скажу и посмотрю. Хорошо, дитя мое, пока есть я, ничего не случится, я посмотрю. Стойте за мной. Будьте спокойны, спокойны. Идите за мной, я посмотрю. Тихо и не твори глупостей. Господи, прости.
Аж сюда пришел. Сюда пришел, мамочка. Хорошо, будь спокойна. Выходи к двери. Да кто он? Выходи. Как таким образом приходит, а? Ну-ка, постой, дочка, постой. Осторожнее. Мам, послушай. Идите за мной. Откройте. Быстрее, открывайте. Джем? Джем? Это Джем? Джем пришел. Зерин, тетя. Где Уикю? Сынок, что за вид? В преддверии свадьбы. Как я могу доверить тебе свою дочь? Не так ли, мамочка? Хорошо, что мы это пережили и увидели его истинное его лицо. Я верю в такие вещи, когда случается что-то плохое. Давай, иди уже домой. Ты? Ой. Ты меня видела когда-нибудь таким? Видела меня таким? Уикю. Не бойтесь. Не нужно бояться. Джем? Кузен? Парень, вместо того, чтобы прийти ко мне и рассказать о своих любовных делах, смотри, что ты делаешь. Посмотри, что ты наделал. Молчи, Мертер, молчи. Что вы обсуждаете глазами? Нет, мама, просто в глаз что-то попало. Боже мой, может быть, кто-то проклял меня, чтобы вокруг меня собрались все-все глупцы в этом мире. Сынок, тебе что ли выпало нас защищать? А чего ты гуляешь с лопатой в руках возле нас? Тетя Зерин, сейчас время такое, не знаю, может быть, маньяк-убийца, нужно быть готовым. Мама, чего ты злишься на парня? Он испугался за нас, подумал о нашем благе. Ты почему защищаешь этого парня передо мной? У тебя с ним что-то есть? Нет. Господи. Уикю, ты не поговоришь со мной? Джем, послушай, ты честно, ты не в порядке. Джем, ну посмотри на себя, уходи. Поговори. Сынок, разве ты в состоянии разговаривать? Ты можешь сейчас разговаривать? Послушай меня, мне совсем не нравится то, что вы еще не поженились, а ты уже пьяный рвешься к нам в дом. Сейчас уходи, завтра, если даст Бог, на трезвую голову поговоришь, давай. Кузен, послушай, если ты хочешь завтра посмотреть этим людям в глаза, пойдем со мной. Некрасиво же, пойдем. Не пойду. Не поговорив с Уикю, я не сдвинусь с этого места. Мы перед всеми опозорились, позор. Да, да, сыночек, вот и пришел твой брат. Пускай он тебя заберет. Забирай его, увези. Мы уже опозорились перед всеми. Прошу прощения, давай, братишка, пойдем. Нет, нет, я пришел поговорить с Уикю. Потом я уйду. Хватит, ты уже достаточно опозорился, пойдем. Некрасиво, простите, давайте. Почему он так настаивал на разговоре с тобой? Расскажи-ка мне, почему вы поссорились так сильно? Вы же не даете возможности. Уикю, ты можешь расстаться со мной сколько угодно, но я тебя не брошу. Уикю, убегай. Я вас прибью, честное слово. Закрой дверь. Да что за беды свалились на мою голову? Дай посмотрю. Абориген? Абориген. Ничего страшного. Невоспитанная, неуклюжая. Она прикалывается над матерью, другая за людей не считает. Позор вам, позор. Я при чем? Ослиная голова. Ты ничего не сделал. Что сделаешь тогда ты? Да ладно. Упаси боже, не ты. Старшая вреднее младшего. О, госпожа Уикю. Доброе утро, сестренка. Доброе утро. Доброе утро, Серкан. Ты приготовила завтрак? Приготовила, приготовила. Сюда иди. Сядь. Сядь сюда быстро. И вы тоже. Госпожа Уикю сейчас нам кое-что расскажет. Не так ли, доченька? Я прошу у вас всех прощения за вчерашнюю ночь. Сначала услышим, в чем вина. Тогда услышим слова прощения. Не так ли, моя прекрасная девочка? Ладно, мамочка, мы расстались с Джемом. Вот и все. А мне сейчас стоять за твоей спиной или напротив тебя? Я ведь не знаю, что произошло. Не знаю же.
Сначала говоришь, выйду замуж. Тогда расстались, а потом снова выйду замуж. Теперь опять расстались. Этот парень игрушка для тебя? Мамочка, если будешь так кричать, я пойду. Ты никуда не пойдешь. По-человечески сядешь и с самого начала расскажешь, что произошло. Я не могу рассказать, мама, я не могу рассказать. Просто у меня нет причины для тебя, потому что нет никакой причины. Все кончено и все. Ты и парню так сказала? Ты просто сказала, что все кончено, поэтому он в таком состоянии. Ойкю, ты знаешь, что чувствует человек, когда его бросают, не объяснив причины? Интересно, ты это понимаешь? Человек ищет любой предлог, когда его бросают, ничего не объяснив. Думает, может, из-за тех слов он ушел. Думает, может быть, не нужно было этого говорить, тогда бы он не ушел. Человек самый безвинный, но... чувствует себя самым виноватым в этом мире. Ты знаешь, что это значит? Знаю, мама. К тому же очень хорошо знаю. Ойке! Ну что это с ним? Даже не смотрит. Секунду. Минутку, подожди. Что делаешь? Я очень спешу, мне нужно успеть к прямому эфиру. Проведешь? У меня будет встреча с командой. Будет обсуждение для выдачи моей книги «Стать нами до меня» за границей. Отлично. А что делаю я? Что делаешь ты? Жалуюсь на жизнь. Не желая сделать ничего плохого, совершила кое-что очень плохое. Плохое? Ты? К чему это невозможно? Точно что-то маленькое, а ты преувеличиваешь. Нет, правда, честное слово, знаешь, кто разлучил Ойку и Джема? Я. Ну уж нет. Разве такое можно? Они оба образованные люди, хотя Джем не совсем образованный, да. Я заставила Ойки, она испугалась брака, а Джем пострадал в этой ситуации. Такое бывает у женщин в преддверии свадьбы. Как появилась, так и пройдет, не переживай. Да если не пройдет, я этого боюсь. Если бы я не надавила на Ойку, она бы не бросила Джема. Но если ты мне поможешь, ну, не мне, но если поможешь найти способ помирить Джема и Ойкю, я больше так не буду делать. Ладно, дай мне несколько часов, я что-нибудь придумаю и сделаю. Ладно, я пойду уберу стол и буду у тебя через 10 минут. Через 10? Что? Ойкю. Ойкю, можешь подождать минуту? Я с тобой разговаривал, можешь подождать? Что, что, что? Ты попросил уйти из вашей жизни, я ушла. Ты дашь мне договор, чтобы я подписала, что брошу Джема? Дашь контракт? Давай я подпишу, может быть, тогда убедишься. Расставка с Джемом был не выход. Что ты вообще здесь делаешь? Уходи. Я уйду и сделаю все, что нужно, и уйду. Что, что, что это? Что Идем. Ты сделаешь? Я купил гитару Айбарсу. Она, конечно, не такая, которую сломала Суде, но таким образом можешь передать мои извинения. То есть ты умеешь просить прощения? Да. Если совершил ошибку, то могу, но я не ставлю себя в такое положение из-за того, что не люблю просить прощения. Не ставишь. А мне так не кажется. Например? Я жду ответ. А это же брат Узан. Что они там делают? Забудь, забудь об этом. Я обоих вас зову. Почему меня никто не слышит? Ой, что это такое? Что случилось? Меня здесь прямо электричество ударило. Меня ударило. У меня мало времени. У меня тоже мало. Ты уезжаешь, брат Узан? Узан, добавь меня в друзья в Фейсбуке. Севпад Илмаз, я выложу наши фотографии и отмечу тебя. Да, было бы хорошо. Я не пользуюсь Фейсбуком. Да ладно. Ладно, а если я возьму ваш номер и отправлю фотографии в WhatsApp? Можно.
Отлично, обменяйтесь номерами, обменяйтесь, очень хорошо. Мы тоже так поступим, и если его нет в Фейсбуке, ты тоже возьми номер. Разве у тебя не должно было быть собрание? Должно было. Ну тогда давай не будем тебя задерживать, некрасиво перед девушками, ну-ка давай, давай садись. Ты тоже сядь так, быстро. Ой, прости, но, Жан, когда я увидела вас вместе, мне пришло кое-что в голову. Я недавно виделась с твоей мамой, а она рассказала мне несколько новых историй. Если увидишь, прочти такие истории, такие сказки, ты будешь в восторге. Твоя мама пообещала дать мне прочитать и передать через тебя. Ну, если ты сегодня будешь свободен, Нур может прийти за этими историями. Пожалуйста, пусть приходит после обеда. Ой, какие еще истории? Что за история? Это она... Ой, подожди. Тебе что, мало литературы? Я не буду тебя задерживать, сынок, не обращай внимания. До встречи, тетя, у нас мало времени. Пока-пока. Ой, Кю, сделай что-нибудь, невестка. Я все узнаю, узнаю. Ой, Кю, не забудь гитару. А что случилось с твоей рукой? Ничего страшного, ничего. Нет, что значит ничего не случилось? Ты ничего порезал? Серьезного, просто царапина. Да кровоточит, я посмотрю, подожди. Ладно, не сильно кровоточит, но рана может быть глубокой. Я бы сказала, поехали в больницу. Но ты ведь не захочешь, знаю. Ну давай заглянем в аптеку, там перевяжут, пойдем. Не нужно. Ты боишься? Что тебе будет больно, да? Не глупи. Ну давай. Пусти, я не хочу. Хорошо, не хочешь, не надо. Вина в том, что я подумала о тебе. Не думай обо мне. Хорошо. Подожди, ты забыла гитару? Мам, ты прелесть, но... А как мы уладим дело с историями? Научись доверять своей мамочке, она придумает кое-что для тебя. Посмотри, что придумывают мамы для своих дочерей. Они подготовились. Да, мама. Да подожди, подожди, твоя мама сегодня не подготовилась, но прекрасно знает, как нужно готовиться. Почему? Потому что твоя мама лучше. Те истории будут нашими, конечно. Ай, мама, ты совсем плохая. Послушай, пойдем к сестре, сделаем тебе прическу. Хорошо, доченька? Потому что мама назначила тебе свидание. Кроме того, вчера ночью наблюдала с балкона. Я уже взорвусь от любопытства. Человек хотя бы поблагодарит, что-нибудь сделает. Нет, ладно, мы поняли. Не благодаришь, но хотя бы пойми, попроси прощения. Я испортил тебе жизнь. Ну хотя бы скажи, а? Надеюсь, ты будешь счастлива, Ойка. Не скажет, потому что он бревно, бревно. Но хоть бы кто-нибудь не женился. А ну-ка, подожди-ка, Айбарс. Алло? Айбарс, где ты? У меня для тебя сюрприз. Предположи, где я, Ойка? Я у двери госпожи Суде. Она попросит у меня прощения, понимаешь? Где ты, где ты, где ты? Хатидже, закрой окна! Говорю тебе, уходи! Уходи! Послушай, меня не смогут посадить! Я убью тебя, понимаешь, убью! Ты попросишь у меня прощения, поняла? Та гитара была очень важна для меня. Айбарс, дорогой, может, ты не будешь преувеличивать? Преувеличивать? Значит, ты тоже не понимаешь, Уйкю. Ну, ничего себе. Айбарс! Ох, Айбарс. Стой, стой, стой. Ох, Айбарс. Огромная гитара. Ты продолжай, а я покажу дорогу. Спускайся вниз. Довольно. Слушаю, суды. Быстро отправь мне геликоптер. Понимаешь? Иначе я отменю этот договор. Я не могу выйти из дома. В чем дело, суды? Да, этот друг Ойки. Ну, тот гитарист из бара, он стоит у моей двери из-за того, что я разбила его гитару. У двери, суды, отобей. Ладно, жди, я сейчас приеду и улажу. Прошу прощения. Алло? Алло, Чагла. Начинай собрание, я скоро буду. Хорошо. С каких пор ты начал опаздывать на собрание? Простите, что? Господин Озан присоединится позже, мы продолжим. А, сестра, 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 тетя, сестра.
Я не могу больше. От вас ничего хорошего не дождешься. Ну, что такое? Ну, как не стыдно, сестра? Постоянно думаю о тебе, сестра. Посмотрите на меня, если хоть что-нибудь скажете об Ойкю и Джиме, прибью, имейте в виду. Тетя, послушай, если они расстались, то скажи, чтобы мы знали, потому что я отложила деньги на них. Но если нет, пойду потрачу. Даже артисты, прекращая брак, сообщают родным. Ну, а только мы ничего не можем узнать, что это такое. Они что, кричали? Ну, раз парня без причины бросили, значит, не смог отрегулировать тон голоса. Вам-то что? Ваше какое дело? Покричат, помолчат, пошепчутся. Никто не интересуется этими делами, так как вы, какая вам разница? А вот тебе какая разница? А, мне какая разница? Да, я о том же, какая вам разница? О, боже мой. О, господи. Пришли все, кто услышал. Здравствуйте, дамы. Зерин, пусть очередь хоть до конца улицы идет. Я никому не доверяю стрижки, кроме тебя, ты ведь знаешь. Да разве мне не знать? Зерин, у меня ноготь сломался. Конечно, как ему не сломаться? А мне укладка нужна, вечером на свадьбу иду. Посмотри, у меня волосы не так лежат, а? Хочу по-другому. Ну, видишь, сестра Зерин, сплетни, которые ты не любишь, плодотворны для экономики. Не так ли, девочки? А что ты сделала? Собрала всех нас из-за того, что Джем Ойкю женится. Всем разгласила, что очередь за нами. Раз уж теперь они расстались, твой долг нам об этом рассказать. Правда, девочки? Да, эти женщины тебя начнут бесить. Ты мне скажи, я их сразу выгоню. Хорошо, хорошо, ушладим как-нибудь. Давайте, дамы. Кто не по делу, домой, остальные проходите. Начнем с укладок. Слава богу. Ну, ты реально уже перегибаешь. Пропусти. Где ты ходишь, Руе? 10 минут прошло. Ну, пришла же, что ты мог сделать? Нашел что-то? Ты захочешь помирить Джема и Рикю, а Мертер Тейкин Сой не сможет написать любовный рецепт? Ой, ты нашел отличную идею, правда? Нашел, конечно. А что нашел, расскажи. По дороге к Джему расскажу. Почему ты все именно где-то рассказываешь? Дорога сейчас длинная, там я расскажу. Зачем сейчас? Ну, выйди из плана, по расскажи. По дороге расскажу. Мне кажется, надо. Купим, как только улажу эти дела, сразу купим домик. А потом будем есть натуральные яйца, йогурт, сливочное масло. Будут свои коровы, козы, курицы, вот. Смотри, и яйца в деле. Дело выросло. Моя Ойкю. Ну, дорогой мой, ну не делай так. Я тебе говорила. Мой астролог на прошлой неделе сказал, что грядет разлука. Но сказал, что для моего сына будет самый лучший исход. Как это? Окончательное расставание или просто на время? Послушай, мой красивый сынок, ты сейчас злишься на маму, знаю, но в будущем ты поймешь. Например, Ромео и Джульетта, они же друг друга очень любили, да? Но когда семьи не дружат, счастья не бывает. Даже несчастья не бывает. Аж мурашки по коже, ничего не бывает, знаете. Мама, ты сказала Ойкю что-то, да? Джем, мои руки, дом, работа, все открыто для Ойкю. Я ее на голове своей нести готова. Знаешь что, все из-за ее матери. Если не ты, не тетя Зерин, тогда кто запутал мысли о Ойкю? Почему она рассталась со мной? Озлем, приди и убери со стола. Пойдем кофе выпьем, ради бога. У меня нервы расшатались. Ну почему? Такое поведение Ойкю по отношению ко мне ненормально. До вчерашнего дня она готова была умереть ради меня. Есть кто-то другой? Нет. Ойкю никогда мне не изменит. Ничего подобного. Одну минутку. Все стало хуже, когда семьи познакомились. Конечно, из-за той тетрадки.
Тетя Зирин не мешает нашим отношениям, но... Ойкю девушка гордая. Зять! Кузен? Зять! Ты протрезвел? Не спрашивай, я немного помню. Хорошо, тогда может нам рассказать Джему, почему мы пришли сюда? Давай расскажем. Мы пришли сюда, чтобы помочь тебе помириться с Ойкю. Вас Ойкю отправила? Нет. Ну, то есть, она пока что не знает. И не узнает, так как будет сюрприз. Мы сделаем то же самое, что и в день знакомства с Ойкю. И Ойкю станет снова прежней. Да, но мы познакомились в Лондоне. Да что такого в этом? Пойдет дождь, вот тебе и Лондон. Пережить с любимой девушкой заново моменты, которые были в прошлом, обновляют чувства. Это значит, заново начать ваши отношения. А что скажешь, зять? Хорошо. Но сначала есть небольшое дело, которое мне нужно уладить. Я нашел, почему Ойкю меня бросила. Что? Как? Ты как? Зять, или ты... Ты нашел список? Не говори глупости, какой список? Я тетрадь нашел. То есть тетрадь, есть же истории, о которых говорят. Я об этом. Да, и я про нее. Под словом список я имела в виду этот дневник. Мы дома так расстроились из-за этой тетради. Я так и знал. Ойкю поэтому рассталась со мной. Мне кажется, это логично. Тетя Зирин обвинила твою маму в воровстве. А Ойкю, чтобы ее мама больше не расстраивалась, могла испугаться и попытаться убежать от всего этого. Могла? Да, я уверен, что причина — это та тетрадь. Но в таком случае недостаточно моего плана. Нет, потому что я знаю, что мне надо сделать сначала. Но как? Ты попросишь у меня прощения. Понятно? Айбарс, смотри, что я тебе принесла. Это что? Ну, открой, посмотри. Это из гитар Илькера Аслана? Да. Он прикасался к ней. Где ты нашла ее? Давай не будем сильно допрашивать. Гитару получили, теперь давай пойдем. Нет. Она попросит у меня прощения. А гитара не подходит как извинение, Айбарс. Хатидже, этот сумасшедший все еще не ушел? Я знаю, что я с ним сделаю. Нет, Айбарс, пожалуйста, давай уйдем. Нет, эта проблемная девушка сначала попросит у меня прощения. Я не могу спастись от тебя. Да я тоже уже не обалдеваю от тебя. Что поделать? Он говорит, что не уйдет, пока не получит извинения. Можешь позволить? Айбарс? Как дела, брат? Ужасно. Я понимаю, ты ждешь извинений. Ты прав, мне на это нечего сказать. Но Суде неплохой человек. Уверен, не специально сломала твою гитару в порыве эмоций. Она немного эмоциональный человек. Да, и ты, человек искусства, лучше понимаешь. Это состояние как награда и наказание одновременно. Ну и я иногда эмоционален. Знаю это состояние, но... Вот видишь? Ты не дави на нее больше, если хочешь. О, ну и хорошо, можно. Тоже можно. Давайте теперь пойдем, Айбарс. Не потому что я ее простил. Чтобы остаться с ней поскорее наедине. Можно, можно, это тоже можно, давай. Прекрасно. Пусть это будет последним происшествием, которое я за тобой убираю. Ну, не считай, что ты уладил это дело. В конце концов, парень ушел, чтобы провести время со своей гитарой. Да и твоя беседа не особо впечатляющая была. Но я принес гитару. И беседу я провел. Как я и сказал, пусть это будет последним. Ты не можешь сказать, что это последнее, и уйти. Айбарс, держи это.
И это прямо такие издевательства. Я тебе ничего не делала, а ты? Подумай хорошенько. Что думать? Я не делала ничего. Я сказал тебе, держись подальше отсюда. А ты взяла ее к себе, и она сломала гитару твоего друга. Одну минутку, еще не конец. Смотри, я вчера всю ночь потратил на то, чтобы найти эту гитару. Нашел и решил, что наконец от тебя избавился, но... Нет, и сейчас я из-за тебя впервые в жизни опаздываю на собрание. Я сделала то, что ты сказал. Я пошла и рассталась с Джемом. Я не о Джеме говорю. Я не о Джеме говорю. Будь аккуратна. Ладно, ничего. Я говорю об Айбарсе и Суде. Ладно, тогда тема закрыта, говорить не о чем. Нет, не закрыта. И не закроется, пока Суде не попросит прощения у Айбарса. Не смотри так, это дело не такое простое. Айбарс, пока Суде не попросит прощения, никуда не уходит. Что ты говоришь? Уйки, может, не будем еще больше затягивать? Нет, нет, не затянем. В этот раз она действительно попросит у тебя прощения, не сможет выйти сухой из воды, как обычно. Она всегда такая? Хорошо. Ты ведь знаешь, что она делает? Она ранит тебя ножом в сердце, будет смотреть тебе в глаза своими зелеными глазами. Вот так еще и спросит, когда будет ножом еще глубже ранить. Больно ли? Да ты что? Да. Разве у Суде не карие глаза? Ладно, хорошо. Ладно, это не самое главное, ты на это не смотри. Мы никуда не уйдем, не получив извинения. Ты сумасшедшая! Отпусти! Ладно, делай, что хочешь. Ай, чего вам снова? Смотри, от тебя хотят получить извинения. Хочешь, извиняйся, хочешь, нет, я ухожу. Куда? На работу. Разве я не твоя самая главная работа? А должна быть. Ты не можешь никуда уйти, пока они не уйдут от дверей. Ну, а сейчас у молодежи никаких обязательств нет. Ты в первой же ссоре сразу расстаются. Ну, как же прекрасно. Разве человек полюбит из необходимости Арзу? Не любит, да? Честное слово, Арзу. А ты на стрижку пришла. Так и маникюр успела сделать. Ну, давай, удачи. Честное слово, я устала. Чья очередь? Твоя? Садись. Сестра, ради бога, посиди. Пусть подождут немного. Чего такого-то? Ну, честно, я устала. Давай, проходи. Сестра, давай. Здесь высуши ногти. У меня почти ноги уже опухли. Ну, да, конечно. Сестра, материалы закончились, надо купить. Женщина осталась посреди процедуры. Ты почему так идешь, да? Ты стой рядом с женщиной, а я схожу. Сестра, стой. Ты еще недавно села, не утомляйся. Мы с Ферин быстренько сбегаем и купим, хорошо? Ну, почему-то я должна с тобой идти, сестра Расмия. Почему меня с собой тащишь? Нет, вот как раз и подышим. Давай, пойдем. Не бери сумку, не бери. Пойдем. Дочка, ты присмотри. Хорошо, сестра, хорошо. Пойдем, дорогая, давай. Почему я иду с тобой? Сестра Зарин, сколько с меня? Давай, пойдем. На меня смотри, никому не говори, но ты в этот раз нисколько не должна. Хорошо, в этот раз с меня. Первый раз. Красиво получилось. Через 15 дней или еще раз придешь.
Müsaitseniz iki dakika bir bakabilir misiniz acaba? Ay. Я не могу посмотреть. Послушай, если мама будет очень давить на Джема, ничего не говори мне. Иди сразу спасай парня, хорошо? Если она будет давить на Джема, то меня вообще раздавит. Ты будешь обязана прийти и спасти меня, а потом ты... Здравствуй, дитя мое. Добро пожаловать. Тетя Зерин, сначала я хочу попросить у вас прощения за то, что сделал вчера. Мы все люди, можем ошибаться. Но больше пусть не повторяется такое, хорошо? Не повторится, конечно. Спасибо. Мне нужно с вами поговорить на важную тему. Что такое? Не будем говорить спеша, а может, поговорим за трапезой? Пожалуйста, не обижайте меня. Хорошо, я возьму сумку и приду. Господи, Господи! Прекрасно, если мама согласилась, значит и Ойкю согласится, да, и Аллах, они помирятся. Похоже на то. Я кое-что скажу, но ты не обольщайся. У тебя голова работает. Если бы я обольщался похвалой... Ну и бесхарактерный. Проходите. Спасибо, сынок. Пожалуйста. Спасибо. Ойкю, пойдем уже, дождь начался, нам конец. Нет, у тебя есть гордость, понимаешь? Это прислал господин Азан, чтобы вы не промокли. Это от твоего великодушия. Возьми, отнеси это господину Озану. Не упрямьтесь, вы заболеете. Если ты такой понимающий, если вы такой понимающий, выйди сюда и сделай то, что необходимо. Ойкю, мне нужно поехать на съемки, давай. Алло, Чагла, у меня есть еще дела в филиале. Хорошо, ты продолжай, я успею. Не переживай. Ты видишь, как они за нас переживают, да? Ойкю, Аллаха ради, давай уже пойдем, ничего не сделать уже. Мы промокли до нитки. Нет, 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 нам есть что сделать. Откройте дверь, откройте. Я всего лишь поговорю. Открой, открой. Поговорим, открой. Открой. Мы поговорим. Хорошо, ладно, поговорим, проходи. Ой, девчонка, клянусь, я прожарилась от этой жары. Сестра! Сестра! Сестра Зарин ушла? Да, ушла. Джем пришел, они ушли, чтобы поговорить. Джем пришел? О, ты видишь, да, сестра Расмия? Мы все пропустили. Хорошо, ты не переживай, мы от сестры Зарин все узнаем. Извините, но нам уже пора. Дома нет еды. Ты ведь знаешь брата Бекира. Он очень злой, когда голодный. Мама, как нет? Ты же вчера столько еды приготовила. Ты не видела. Я до утра все успела скушать. Все скушала. Ой, сестра, смея, пусть Аллах тебя в барабан превратит. Разве в такое время можно кушать? Я уже превратилась в барабан. Идем, идем, давай. Давай увидимся, пока. Ах, не сглазить бы, не сглазить бы. 40 раз скажу, не сглазить бы. Нур, доченька, послушай, я сегодня очень волнуюсь. Я очень доверяю тебе, хорошо? Мама, не переживай. Это дело на мне. Это дело на тебе, хорошо. Что делать тогда? Что делаем? Мы пойдем тогда потихоньку домой, потому что нужно переодеться, правда, тебе? Давай, принеси мою сумку. А, нет, стой, сюда иди. Иди сюда, нет. Мы идем в магазин тети Хайлы.
Потому что мама купит тебе новую одежду. Честно? Да, честно, неси сумку. Боже мой, не сглазить бы, не сглазить бы. Ферин будет в шоке, когда поймет, что документы не на месте. Надеюсь, она не упадет в обморок. Мама, а мы ведь очень злые. Да, злые, клянусь. Наконец-то. Ресмия? Абикер, ты очень напугал нас. Что вы снова делаете, Ресмия? Что это? А мама начала записывать свои воспоминания, папа. Что за воспоминания? Это любовь замужней женщины к холостому мужчине. Что это, Ресмие? Да. Абикер, папа, все не так, как ты думаешь. Мы можем объяснить, да? Молчи. Не называй меня больше папой. И тебе позор, Ресмие. Позор. Ну нет, нет, она ведь не сказала воспоминания, она перепутала, она хотела сказать просто истории. Бикир, Бикир, у меня есть талант, как у Джанан, как у папы. Реально? Ты мне никогда не говорила. Ну я тоже не знала. А вчера ночью вы уснули, а мне пришло вдохновение. Аллах, Аллах. Я сказала, не уходи, постой. Я взяла ручку, бумагу и начала писать, и что пришло в голову. Это не воспоминание, не воспоминание. Аллах, Аллах. Сначала вкусно покушаем. Сынок, я не голодна. Ты привел меня в очень прекрасное место, честно. А сынок, ты меня не покушать привел, а убить? Джем, мы же с тобой вместе кушать должны были. Послушай, я не знаю, что вы придумали, запланировали, но я ухожу. Тетя Зелень, постой, пожалуйста. Мама, послушай, если ты хоть немного дорожишь моим счастьем... Тетя Зелень, если вы дорожите счастьем мой Кю, пожалуйста, садитесь, я буду говорить важные вещи. Пожалуйста. Джем. Ах, Джем. Ах, Джем. Нет, что это за обиды? Что такого, если Суде извинится? Гитара Айбарса, прощение, которое попросила Суде. Это разве одно и то же, дорогой? Хорошо, может, за гитару она и расплатилась. Его сердце разбито. Два слова излечит разбитое сердце Айбарса? Ну хорошо, даже если не излечит, хотя бы покажет, что она не права. Это его успокоит. Суда не попросит прощения. Если Суда еще больше будет кичиться, то взорвется. Больше ничего не требуется делать. Ты кого это назвала кичливым? Ты почему все на свой счет восприняла, будто ты кичливая? Раз и я не такой. Суда не стоит реагировать на бессмысленные слова и придавать им значение. Нет, я реально мягко назвала тебя кичливой. Ты эгоистка. А ты скоро останешься без зуба. Хорошо, Суде, не делай. Скажи ей, чтобы забрала свои слова обратно. Суде, почему ты все на свой счет восприняла? Ты реально кишливая? Забирай своего больного друга и проваливайте отсюда. Быстро! Айбарс? Айбарс? Айбарс! 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 Ты что натворил? Ну как вышло, Суда? Айбарс, это была очень дорогая вещь. И гитара была дорогой. Хорошо, друзья, закругляемся. Я тебя съем. Никто не сможет забрать тебя из моих рук. Суда, остановись. Ну же, ну что ты творишь, как ребенок, ей-богу. Ты. Я тебя сестрой назвала. Это все твоя вина. Ну хорошо, между девушками бывает такое, Суда. Да, я прошу у тебя прощения. Не проси у меня прощения, не проси. А ну стойте. Стойте. Господи, моя голова! Минутку. Я подумал, это кровь. Смотри, я теперь начну думать, что ты специально делаешь это. Да я ничего не делал. Ну, я не сделал. Сделал. Сделал, ты сделал. Смотри, мы пережили самое плохое совпадение в своей жизни. И самая моя большая неудача — это встретиться с тобой в Измире. Что случилось? Проклятие случилось. Ну и закончилось.
С Джемом рассталась. Душа очень болит. Ты найдешь дорогу и поправишься. Отпусти. Почему ты так сильно хочешь, чтобы я попросил у тебя прощения? Может, я нуждаюсь в этом? Да, тебя не обидели. Покушали, попьем кофе. Ну, давай уже скажи, что должен, Джем. Да, дитя мое, мы тебя слушаем. Вы знаете, Ойкю меня бросила. Тетя Зирин, я очень люблю Ойкю. Я готов сделать все, чтобы не потерять ее. И от вас жду поддержки в этом вопросе. Посмотри, солнце мое. Я годами ранее приняла решение не вмешиваться в личную жизнь своих детей. И если ты в курсе самого начала отношений, несмотря ни на что, я не произнесла ни слова. Я сказала, это выбор моего ребенка, и приняла это. Но я вижу, что Ойкю несчастна. И мой материнский долг — поддержать ее в решении. Знаешь. Смотрите, тетушка Зирин, мы с Ойкю были очень счастливы до вашего знакомства. Это тема, которая уже годами между вами. Это тетрадь. Дневник моего отца. Откуда ты нашел его? С тех пор, как тетушка Зирин заговорила об этой тетради, я слежу за тобой, мама. Я увидел, что ты хранишь ее в сейфе. Я знала. Я знала, я много раз говорила, что эта тетрадь у тебя. Пришло время отдать эту тетрадь ее хозяйке. Не смей, Джем. Джем! Мама, неужели ты не понимаешь, наше счастье зависит от этой тетради? Знаешь ли, Ойкю даже слова мне не сказала про это. Но единственная причина бросить меня — вот она, и она права. Если эта проблема не решится, наша женитьба невозможна. Ах, солнышко, мне ничего не сказала. Слава тебе, Господи. Ах, папочка. Но ты этого не должен был делать. Мама, теперь эта вражда прекратится. Мы станем одной семьей. Забудем прошлое, посмотрим в будущее. Да ты не должен был это делать. Извините. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Ну как это? Послушайте, мистер, завтра вы должны привезти нам эту телефонную будку. Нет, как это вы не сможете? Я скажу вот что. Ладно, не привозите. А я как раз лопну от злости за все накопившиеся дни. Вам ясно? Не ори, эти люди твою работу выполнять будут. Не ори. Ой, хорошо. Большое спасибо. Завтра привезут. Господи, какой же счастливый будет Ойкю. Я тебя не пойму. Ты морочишь мне голову. Как это не понимаешь? Я же тебе все рассказываю. Одно ты совсем не рассказала. Почему для счастья Ойкю ты прилагаешь 400% усилий и придаешь энергии, сколько себе не придаешь? Ой, я и себе энергию даю. Например, мои чувства к Энгину взаимны, и я этим живу. Энгина нет. Нет Энгина. Есть лишь мечта. Если ты позволишь мне помочь тебе, твои мечты превратятся в реальность. Нет, спасибо. В любви мое соло-выступление очень даже ничего. Пока нет. Говоришь, потому что так получается. Ты боишься. Ты не можешь рискнуть, чтобы быть счастливее, чем в своих мечтах. Но если есть я, то риска нет. Как влюбить в тебя Энгина, я знаю.
Главное, помири Ойкю и Джема. Это будет твое самое большое благое дело для меня. Ай. Ай, девочка, посмотри на меня. Пускай горят улицы. Ты вся сверкаешь. Мама, мы сверкаем, мы сверкаем. Нет-нет, что это такое? Мы не сверкаем, мы твердо стоим на ногах. Который час? Девочка, поторопись, разве ты не опаздываешь в офис? Мамочка, ладно, успокойся. Ладно, хорошо, спокойно. Ладно, я успокоилась. Отдавай мне пакеты. Немедленно берешь такси и по дороге обратно наберешь меня. Мамочка, успокойся и жди хороших новостей. Ладно? Ай, дай бог. Давай, давай. Нур, а куда ты идешь? Держи пакеты. Куда ты идешь без истории? Что ты там будешь делать без них, дурочка? Стой, где они? Ну, я ведь тебе отдала истории. Нет, мама, они не у меня. А, ладно, дай мне. Точно, я забыла их в магазине. Ай, мама, стой, не глупи. Нет, ты не могла забыть их в магазине. Мы их даже не доставали. Ты даже не вынимала их из сумки. Да где же они, дочка, испарились? Во-первых, я совсем не разлучалась с сумкой. Ну, только парикмахерская оставляла, когда эта сумасшедшая сестра Расмия позвала. Но тогда я приказала Сифтап посмотреть. Я сказала Сифтап, присмотри за моей сумкой, Сифтап. За моей сумкой. Сифтап! Они украли истории. Мам, ты же знаешь, что это значит. Конечно, знаю, знаю. Началась война. Началась. Поймай такси. Сейчас. Не автобус, такси. Хорошо, мама. Езжай, давай, такси. В чем проблема Джема, сынок? Они расстались с девушкой. Это я знаю, я спрашиваю причину. Не знаю, что произошло между ними, папа. Вы с ним очень близки, Озан. Нельзя не интересоваться делами брата. Нет, если скажу, что это Ойкю, то не повернется язык. Девушка настолько приличная. Мама, ты обошла всю набережную и до сих пор не успокоилась? Куда бы я ни шла, все равно не смогу успокоиться, Джем. Что происходит, прошу? А что еще будет? Мой сын накормил меня таким ужином, который до конца жизни не забуду. Мама, я сколько раз тебе объяснил, что по-другому не смогу убедить Ойкю. К тому же это неправильно, вы украли то, что вам не принадлежит. Ты назвал меня воровкой? Я это услышала от родного сына. Ладно, я оставляю все на вас. Я оставляю, но знаете, больше меня нет. Джанан, душа моя. Единственная моя, королева моя. Парень, что происходит? Пытаюсь наладить одно, разрушая другое. Какие трудные дела. Зачем мы выросли, брат? Расскажи, что произошло. Ойкю, мама. Что делаешь, дочка? А что я могу делать? Покрывай на стол. Я старалась прийти побыстрее. А ты плакала? Нет, нет, мама, не плакала. Ойкю, знаешь, что произошло? Сегодня Джем приходил ко мне, и мы вместе поужинали. Мам, если ты будешь давить на меня ради примирения с Джемом, то можешь не начинать. Ойкю, почему ты мне не даешь рассказать, дочка? Что ты не рассказала, мамочка? Ну, мы ведь ничего не скрывали друг от друга, дочка. Мам, я спрашиваю, что я скрывала? Ну, ты от Джима скрывала, но парень все понял. Что понял, мамочка? Да что он мог понять? Причину вашего расставания. Он понял? Ну, он же понятливый парень. Честное слово, я горжусь тобой. Иди сюда, я тебя обниму. Моя доченька. Мой молодец, молодец. Ты гордишься мной, мама? Но почему? Почему? Горжусь твоим выбором. Ойкю. Больше ничего не скрывает меня, дочь. Мам, я очень хотела тебе все рассказать. Честное слово, хотела. Ладно, ладно, моя красивая доченька. Теперь ты не вынуждена бросать этого парня из-за этой тетради. Честное слово, я тоже очень удивилась.
Каким же оказался Джем? Молодец, парень. Честное слово, молодец. Честное слово. Стал против своей матери ведьмы. Забрал у нее тетрадь моего отца и принес мне. Я не видела такого храброго парня, как он. Ойкю, этот парень любит тебя больше всего, знай это. Хорошо, мамочка, это правда тетрадь моего дедушки? Ойкю. Я жила всю жизнь с мечтой об этом моменте. И сейчас, благодаря тебе, я счастлива. Благодаря тебе эта тетрадь попала мне в руки. Поэтому я самый счастливый человек на этой земле. Ойкю. Делай что угодно. Но не потеряй этого парня, он очень хороший. Посмотри, что он сделал ради нас. Иди и попроси у него прощения. В первую очередь помиритесь и поженитесь, доченька. Поняла, моя прекрасная девочка. Ах, моя прекрасная девочка. То есть больше нет преград для женитьбы Сойкю. Еще и после завтрашнего сюрприза, не то чтобы помириться, сразу захочет за меня замуж. Мы проживем еще раз момент нашего знакомства. А если не подействует? Невозможно. Я очень хорошо знаю Ойкю. Она очень наивная, романтическая, чувствительная девушка. Она не останется равнодушной. Ты не смотри на нее сейчас, мне кажется, во всем виновата тетрадь. Иначе она не выдержит, она очень любит меня. Настолько в этом уверен. Единственная проблема в тетради? Конечно, уверен. Брат, все это началось в тот вечер, когда наши семьи познакомились. В момент, когда наши отношения были прекрасными, вдруг что-то изменилось. Что еще может быть, если не тетрадь? Ладно, я уладил. С завтрашнего дня все будет прекрасно. Мы снова будем вместе с Ойкю. И в ближайшее время поженимся. Сказать тебе кое-что? Ты зациклился на этой девушке, настолько упрямой. Ты меня знаешь, если я чего-то сильно хочу, то это станет моим. Посмотри, из-за этого ты не можешь принять логическое решение. Ладно, то, что ты хочешь сделать прекрасно, но способ неправильный. По-твоему, стоит так расстраивать маму из-за одной девушки? Что с тобой происходит? Мы же разговариваем об IQ. Что, ты не поделил с IQ? Я ничего не делил с IQ, братишка. Что мне с IQ? Я думаю о тебе, ты не думай обо мне. Я в полном порядке. С завтрашнего дня буду еще лучше. Я женюсь на любимой девушке. Не жду от тебя понимания, так как ты не знаешь, что это за чувство. Давай, я ложусь. Завтра у меня будет прекрасный день. Я поверить не могу. Я не могу поверить, как мой сын так мог поступить со мной. Успокойся, моя Джана. Оно не сказать тебе кое-что? Та Ойкю, Ойкю, еще та змея. Ну как она обманула моего сына? Возможно, она специально вошла в его жизнь. Еще чего, девушка впервые увидела тебя в ту ночь. Откуда ей было знать? Они сговорились с матерью. Они заставили поверить моего сына, что я украла тетрадь, которую купил мой отец. Джанан, дорогая, нужно было сразу сказать госпоже Зерин, что ее отец продал свою тетрадь. Как ты и мне рассказывала, что здесь нет твоей вины, Джанан. Что? Они что, и тебя переманили на свою сторону? Ты тоже поверил им? Да я специально не говорила, чтобы они не узнали и не расстраивались, что их отец продал свою тетрадь за деньги моему отцу.
Я все скрывала, а ты так поступаешь со мной. Красавица моя. Моя Джанжас. Иногда я забываю, насколько ты добродушный человек. Прости меня. Умоляю, Джанжас. Если хочешь, я поговорю с госпожой Жзерин и расскажу ей правду. Нет. Нет. Я сама поговорю в нужное время и подобающим образом. Больше не будет нежности и добродушности для них. Послушай, моя Джанжас, все равно не будь такой обозленной. Подумай о Джиме, они скоро поженятся с Ойкю. Да они не увидят этот брак даже во сне. Я стану их кошмаром. С этим делом кончено. Завтра я поговорю с Джемом, пускай выбирают, скажу или я, или Ойкю. Он же не выберет Ойкю. Послушай, моя Джанжас, будь умнее. Ты и так умная, но мы можем потерять Джима. Сейчас Джим сходит с ума. Видно, что он слепо влюблен в нее. В таком состоянии он не видит ни тебя, ни решения этого дела. Ну тогда что мне делать, Унал? Мы найдем способ. Я рядом с тобой. Навсегда. Ну тогда, если меня зовут Джанан, этого брака не будет, не может быть. И сюрприза не будет, и примирения не будет. Завтра с этим делом будет покончено. Слушаю. Нам нужно поговорить срочно. Азан? Ладно, хорошо, я слушаю, говори. Я у двери, жду тебя. Ты, наверное, сошел с ума. Что ты здесь делаешь? Как мне выйти из дома в такое время? Говори, что хочешь. Ладно, тогда я поднимусь. Ты мне угрожаешь? У тебя 5 минут, Айкью. Что ты здесь делаешь посреди ночи? Я не принял тебя всерьез. Что ты несешь? Ты намного хуже, чем я думал. Очень умно было воспользоваться чувствами моего брата, чтобы забрать тетрадь. Молодец. Ты знала, что он отдаст ту тетрадь твоей маме? Знала? Ты знала, поэтому бросила парня. Да что за бред ты несешь? Я ни разу не разговаривала с Джимом, поэтому помню. Ну вот это и есть умный ход. Заставить думать, не разговаривая. Еще и использовать для этого меня. Ты прекрасно знаешь, почему я рассталась с Джемом. Если хочешь верить в обратное, как знаешь. Что бы завтра Джем не делал, ты не помиришься с ним. Поняла? Конечно, если ты имеешь хоть немного гордости. Я ненавижу тебя. Подожди. Дети, осторожнее, чтобы ничего не испортить. И так можно. Ладно, мама, ладно. Мам, все истории лучше одна другой. Да, как иначе? Кто их написал? Кто? Хорошо, прекрасно, но
Мне кажется, немного классически. О, боже. Да что ты понимаешь, бесчувственный? Ну, верно, народ любит такие истории, мы это видим. Но послушай, что скажу. Может, нам тоже построить такую фирму? Не будем нуждаться в деньгах. А, будто это так легко. Сынок, зачем это, а? Разве наш зять не продюсер? Он позвал девушку вместе с нами работать. У Ойкю даже свой кабинет есть. Ай, мой зять такой один-единственный. Только не преувеличивайте. Ой, сразу ревную. Не пойми неправильно, я не ревную. А где Ойкю? Она еще не проснулась? Я посмотрю, мама. Кроме того, мама, все готово. Мы делаем сюрприз в саду. Да, конечно, дочка, я пойду на работу. Какой сюрприз? Что вы проворачиваете? Я расскажу тебе. Я тебе расскажу, маленький приз. Я немного обиделся. Смотри сюда. Розочка сестры. Интересно, когда ты проснулась и собралась? Доброе утро. Доброе утро. Давай, завтрак готов, мы ждем тебя. Кроме того, мама приготовила очень вкусную лакму. С вечера 50 раз позвонила. Что это такое? Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Королева, и тебе доброе утро. Но не поступай так, мама. Мы все еще в обиде? Да, и у меня нет намерения мириться. Мама, разве ты не преувеличиваешь? Разве старая тетрадь важнее моего счастья? Послушай, это меня обижает. Хоть один из вас поддержите меня, мы ведь семья. Никто из вас не желает мне счастья. Разве такое возможно, сынок? Все мы желаем тебе счастья. Звонит моя своячница. Доброе утро, любимая своячница. Все в порядке? Вы прекрасны. Мама Зерин поговорила с Уйкю, рассказала, что я вернул тетрадь. Прошло уже столько. Тогда это дело в шляпе. Ладно, ладно, я не опоздаю. Да, сейчас выезжаю. Боже, дай мне терпение. Мне немедленно нужно уезжать. Мамочка, с вашего позволения. Приятного аппетита. Этот парень сведет меня с ума. Я спешу. Джем! Джем, не глупи, ты можешь подождать? Куда ты едешь? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Потому что не хочу разговаривать. С самого начала это все было ошибкой, Дерри. Больше не звони мне. Ну только... Я в восторге от твоих мужских откровений. Ты сейчас такой сексуальный. Ну давай. Ты не выдержишь без своей Дерри. Еще как выдержу. Я люблю Ойкю, Дерри. Потеряв, я понял ей цену. Все кончено, я больше не хочу видеться с тобой. Все так просто? Ты думаешь, что так спасешься от меня? Джем, не купи. Давай уже, у меня дела. Джем, открой! Джем, послушай меня. Джем, открой. Джем, говорю. Джем. Джем, подожди. Я заставлю тебя расплатиться за сделанное. Руя, где ты, дитя мое? Не посидели нормально за столом даже? Иду, мама, иду. У меня был телефонный разговор. Да что за телефонный разговор в это время? Ой, да и с кем ты там говоришь, о чем говоришь, сама решай. Мне-то что? Ну все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Протяни ко мне это, Зерин Султан. Держи, душа моя. Да поосторожней, сынок, ты подавишься. Ну а что я поделаю, мама? Их тут и так много.
А, сынок, я же не только тебе сделала, я всем сделала. Люди есть, поэтому так много. Соседям? Я тогда начну раздавать нашим соседям. Ну-ка, тихо. Сядь на свое место, эти соседи только вот это и съедят. Ой, мамочка, говорит о других соседях. Есть же эти мальчишки бедные, жалко их. Ой, да, и правду. Запахло ведь, жалко их. Давай, сынок, давай, сходи, отдай. Посмотри, не другим соседям. Ладно, клянусь, мама, убью. Приятного аппетита. А я пойду помогу ему, чтобы он все правильно сделал. Ну, молодец, дитя мое. Смотри, посмотри на сестру, а? Почему ты так сидишь? Почему ты ничего не поела? Господи. Ойкю, подожди-ка минутку. Подожди, дитя мое. Расскажи-ка, доченька моя, что с тобой? Ну, ты не расстроишь меня, ну? Я вчера вечером много думала. Хорошо, Джем очень хороший, очень понимающий парень. Но я не хочу выходить замуж за Джема. Уверена, дитя мое? Уверена. Ойкю, смотри, ты очень разумная девушка. Какое бы ты ни приняла решение, я уверена, что ты сделаешь правильный выбор. Но, любимая моя, такой как Джем не каждую минуту появляется на твоем пути. Спустя годы не только тебе, но и нам навстречу вышел человек, оказывающий поддержку. Мне кажется, Джем будет очень хорошим мужем и отцом. Подумай еще разок, доченька, хорошо? Хорошо, мама. Ради тебя я еще раз подумаю. Но не покушав, ничего не получится. Доброе утро. Доброе утро. Мамочка сделала сладости, мы и вам принесли. Отрава? Нет, мы не для вас взяли. А, значит так. А то после слов «отправили вам», я-то подумал... Нет, если я знаю свою мать, то для того, чтобы отравить тебя, она бы так не утруждалась. Доброе утро, Марьям. Мама сделала сладости, возьми, покушаешь. Ой, но это ведь жарится. Ой, варит ли? Я даже не знаю. Нет, я жареное не кушаю, я не переношу эту клейковину. Это еще что? Надеюсь, это не серьезное заболевание. Откуда мне знать, а? Если она захотела теперь... Ничего такого, не тупи. Ну, клейковина... О, нет, это не такая серьезная вещь. Возьмем. Спасибо. Пожалуйста. Я с мамой поговорила, с садом все решено. Джему сообщила. Я пока выведу Ойку, а ты совсем разберешься. Отлично. Марьям поможет мне. Помощь? Я не люблю. Я выключу интернет. Ну ладно. Тогда и я помогу. Ну ладно. На связи. Увидимся. Увидимся. Позвони, как выйдешь. Не выйду замуж, не выйду замуж, не выйду замуж. Будто в это время найти такого парня, как Джем, легко. Она обнаглела, пока я не хотела на нее давить. Руя! Руя, эта девчонка сведет меня с ума. Ей-богу, сведет с ума. Что случилось, мамочка? Она говорит, не выйду замуж. Уперлась, что не выйдет замуж. Вечером с ней поговорила, и ни капли пользы. Сейчас опять поговорила, говорит, немного подумаю. Но мне кажется, что у нее в голове все перемешалось, а она не помирится с Джемом. Мамочка, ты не волнуйся совсем, успокойся. А мы сегодня все уладим. Ах, умничка моя, прекрасная девочка. Делай, что хочешь, и переубеди свою сестру. Ее судьба пришла прямо к ее ногам, нельзя отворачиваться от такого. А то останется дома, как ты. Нет, ну я не для этого сказала, душа моя, господи. Чтобы она брала пример с тебя. Ой, какие красивые цветочки, правда, любимая моя? Пусть тебя в пример возьмет. Ты так же ведь умно поступаешь. Сюрпризы организовываешь, поэтому я так сказала. Хорошо, мам, не пытайся перефразировать, я поняла все, что было надо. Ох, господи, это нашло на меня что-то. Ну ладно, ты не угнетай себя. Ты иди в магазин, а я вот тут уберусь. Давай, доченька, давай, ты так и сделай. А я раздам сладости, что поделать. Я должна что-то сделать, я не могу закрыть глаза на то, что они так забирают все из моих рук.
Мама Джанан, я выхожу. Озон, поговорим пару минут. Хорошо. Озон, я не знаю, что мне делать с этим джемом. Он под таким влиянием этой девушки, что я даже не узнаю своего сына. И я больше не узнаю джема. Смотри, я этой девушке совсем не доверяю. Может, ты скажешь, что я преувеличиваю, но... Нет, нет. По-моему, ты права. Эта девушка не заслуживает джема. Да, да, я только так и думаю. Я точно так же уверена. Я пытался пару раз поговорить, но... Он меня не слушает, настолько под влиянием ее находится. Озан, смотри. Нам необходимо помочь джему. Мы одна семья. Правда? Но я сделаю все, что в моих руках. Но будет ли польза, не знаю. Смотри, я говорю, может, ты бы с ним пошел? Смотри, нам особенно в эти дни не стоит оставлять джему в одиночестве. При любой возможности надо быть рядом. Тем более, если он рядом с той семьей. Может, пойдешь сейчас? Что я скажу, пойди сейчас? Ну, придумай что-нибудь. Не отпускай его среди этих червей и шакалов. Ну же, сынок. Хорошо. Я пойду тогда. Увидимся. Ну, тогда выйдем на прогулку. Ну, ведь так жарко же. Да, ты права, очень жарко. Тогда пойдем и купим твое самое любимое мороженое. Сестра, не грузи меня в такую жару. Ну, тогда пойдем и закупимся. Я приготовлю твою самую любимую еду. Сестра. Да. Ну, сестра. Ну, я все равно, я схожу за покупками. Все эти пакеты мне, что ли, таскать одной, а? Ну, ладно, жалко, мне хорошо, пойдем. Ну, тогда, давай, выходим. И что она подумала теперь? Пока разберемся с этим файлом, я возьму и сдамся, так что ли? Я сейчас хорошенько разозлилась, очень хорошенько. А, девчонка, знаешь, что я сделала? Я подготовила более лучший файл. Правда? Правда. Но, знаешь, я никогда этого не прощу. Не прощай, мам, они поиграли с моим будущим и все еще играются. Нет-нет, никто не может играться с твоим будущим. У тебя ведь есть я. Не смейся. Расстройся сейчас же. Идем в парикмахерскую. Ну и посмотри, сколько уже время. От них все еще нет новостей. Ночью они нагрянут домой, а я подумала, ну... Неужели они не поняли, что это мы их взяли? Мне кажется, они поняли все. Родная, я немножечко забеспокоилась, ей-богу. Ой, мам, я тоже сейчас забеспокоилась. Сестра Расмия? Да, слушай, душа моя. Что случилось? Что за вид? Ой, да ты так прекрасно ведь знаешь, что случилось. А что я сделала? Что я сделала? Что? Да твой поступок воровством называется. Даже не притворяйся удивленной. Я очень хорошо знаю, что это ты украла из сумки. Да чтоб меня Всевышний наказал, чтобы мне не суждено было и шагу сделать. Ну, ты ведь не сможешь, а не клянись мне попусту. Ты однозначно сделала. Уладь это дело, да, Севтап, когда мы за вузком пошли. Нет, ну, нет, совсем даже не отрицай. Да, Севтап, что с тебя взять, Озану, когда есть я? Это еще почему? С чего это вдруг? Ну, ты посмотри на наших дочек и поймешь почему. Ой, да ладно, вы и так ничего не сможете. Нур подготовит ей еще лучше. Да упасет Всевышний от клеветы. Готовьте, готовьте, давайте. Сестра! Ты лукум положила? Ой, честное слово, положила, потому что я сегодня самая счастливая, слава богу, свершилась. Или Рую засватать хотят? Да нет, нет, не настолько. Смотри, Ферин. Сестра? Сестра, это действительно тетрадь нашего отца? Да. Слава богу. Слава богу. Да, смотри.
Выходишь взять? Давай. Проходи. Стой, я сделаю. Ой, очень красиво. Волшебно. Честное слово, большую концепцию составили. Мне тоже понравилось. Да, и это готово. Все связал. Будет так, будто льет обычный дождь. IQ упадет в оморок от счастья. Увидим, кузен, увидим. Ты мне не доверяешь, что ли? Я боюсь. Да, в голове все окей, но на практике... Не знаю. Секрет успеха — много повторений. Давайте еще раз повторим. Ты рассказывай ребятам, в чем дело. Давайте, сегодня здесь мы восстановим день, когда мы познакомились с IQ. В тот день лил сумасшедший дождь в Лондоне. Когда IQ зайдет в сад, в первую очередь она заметит телефонную будку. I can read the signs, read your mind, cause I'm fluent. You hold your tongue, I hold my breath. Don't wonder what you said, I hear you clearly in my head. Let's talk, say the words with your body. Tell me how much you want me, baby, let's talk. Don't worry, I get it, need no words to express it. Как и в тот день, мы спрячемся там, когда начнет идти дождь. Конечно, мы тогда не были знакомы, когда я зашел в будку, IQ была там. Но это не важно. Не заостряй внимание. Прошло немного времени, когда мы поняли, что оба турки. Но и к этому моменту я сейчас перехожу, и лучше всего оттуда перейдем к лучшей части. После того, как мы сказали друг другу имена... Джем. IQ. То мгновение, когда мы смотрели в глаза друг другу и влюбились. Что скажете? Ну, кузен, мне кажется, IQ никогда в жизни не запустит этого. Присоединюсь. Что врать, даже я впечатлился. Да, ты очень милый. Правда? Мне кажется, ты милее. Парень, я тут. Девочка моя, есть такая штука, как приличие. Ну, закройте рты, девочки. Сестра, как? Я все еще в шоке. Сестра, а эту тетрадь тебе реально Джим дал, да? Интересно, что я тут с утра рассказываю, Расмия. Честное слово, такого зятя в наше время сложно найти. Почтительно. Да, точно, реально очень сложно найти. Сестра, дай бог, Ойкю не упустит этого парня. Нет, дорогая, прости господи. Сестра, а этот Джанан сейчас с ума сходит, наверное, да? Какое сумасшествие, она уже огнем пылает, наверное. Но это очень хорошо, так ей и надо. Не надо было угрожать мне детьми. Всевышний милосердие, она мне моими детьми угрожала. Вот теперь смотри, что твой сын сделал. Именно так, сестра, именно так. Но у тебя сердце чистое, сестра. Все от этого. Но у того, кто имеет дела с враньем, мошенничеством, ничего не получится. Не так ли, сестра? Ну что происходит с плохими делами человека? Не дай бог, я пример приведу. Эти дела у человека под ногами крутятся, а потом в них запутывается, и он падает. Да упасет Всевышний. Сестра, ты принесла? Ну, так ведь нельзя есть. Я сейчас принесу, что надо. Ой, как же я устала. А селезенка шлопнула. Я здесь отдохну немного, сестра. Да мы пришли уже. Еще два шага, и ты дома. Отдохнешь снова? Две минутки. Еще и переписывайся давай. Нет, я просто посмотрела, пришло ли что-то там. Да, готово. Теперь последняя репетиция. Мы идем. О, они идут.
Вопросы есть? Нет. Все по местам? Я взял это. Пойдем, давайте, мы пошли. Ну, какое приближение? Я разве вижу Азана? Я, он постоянно где-то в другом месте и на собрание утром не приехал. Чигла, мне кажется, ты можешь найти способ, как остаться наедине. Ой, это очень сложно в пределах фирмы. Мне надо организовать что-то за пределами. Ну что? Ладно, мне выключаться нужно. Одну минутку. Госпожа Чигла, на собрание пришла фирма, занимающаяся пиаром. Господин Азан пришел? Нет, не пришел. Хорошо, прими их в кабинете. Где же он? Ну где он? Ну где? И не сообщает, что он не придет. Нет, это совсем ненормально для Узана. Добро пожаловать. Добром пришли. Прошу. Госпожа Суде, добро пожаловать. Азан здесь? Нет, господин Азана нет. Ну тогда с кем я буду видеться? Ну так госпожа Чигла здесь, но она на собрании. Давайте начнем. Госпожа Суде, мы на собрании, можете немного подождать? Где Озан? Господин Озан не в офисе, мы... Давайте пройдем в кабинет, я скоро подойду. Вы вставайте. Ну-ка, быстро встали, встали. Вставайте же. Госпожа Суде. Я вам сказала встать. Я потом вам позвоню. Что я делаю? Куда я еду? Что скажу, туда поехав? Я сейчас действую прямо против своей воли. Полный бред. Черт, я забыл про собрание. Эта девушка не оставила мне ума. Алло. Чагла, я забыл про собрание. И так не осталось никакого собрания. Суде здесь. Сначала спросила, где ты, потом начала все вокруг крушить, как сумасшедшая. Она реванш берет. Уж чего реванш, я не поняла. Ладно, я понял. Ты дай трубку Суде. Госпожа Суде, это Азан. Чего тебе? Суде, что ты делаешь? Да так, ничего. Меняю декорации в твоей фирме. Например, место этой лошади мне совсем не понравилось. Не смей, не смей, она драгоценная, очень. Мне кажется, на полу еще красивее. Но сейчас никакой драгоценности в твоих глазах не осталось, потому что сломалась, разбилась на части, точно как мое сердце. Вы меня так оставили и ушли, не пожалели, не подумали, что я могу вред причинить себе в такой ярости. Я творческий человек, я чувствительна и нежна. Эмоционально. Ладно, Суда, ты права, я не должен был оставлять тебя в таком состоянии, ты права, хорошо. Оставайся в офисе, а я сейчас приеду, хорошо? Да, конечно, приедете. В смысле придете? Ты, наверное, не думаешь приходить без Ойкю? Во всем виновата она, это она впутала больного друга. Я вас обоих жду. Если не придете, то я тут все разнесу. Алло, Суде. Алло, Суде. Сестра, я уже захожу. Хорошо, две секунды. Ну, подожди, какие две секунды? Я ухожу, клянусь. Если хочешь, идем. Иду. Послушай, ты все еще в телефоне, все еще пишешь смски. Мы готовы. Ну, идешь или нет? Иду, иду, давай зайдем уже внутрь. Что это такое? Хорошо, дорогая. Почему Серкан не идет? Почему ты меня заставляешь идти? Как много ты разговариваешь, сестра? Я бегала туда-сюда, устала. Нет, что это, а? Джем? Ты что здесь делаешь? Что происходит? Джем, что это?
Это машина времени, которая отвезет нас в прошлое. Ты готова к поездке в прошлое? Джим, что ты делаешь? Когда мы познакомились, я не знал, что мы разговариваем на одном языке. Но, конечно, я же говорил, что если бы родители были здесь, то мы бы пошли свататься. Но ты сказала, что твои родители тоже в Турции. Как я удивился тогда. Ты не разозлилась, поэтому я подумал, что ты чувствуешь то же самое. Теперь я уверен, Уйкю. У нас любовь с первого взгляда. Чистый. Спасибо. Джим, я тоже в тот день была там. Не стоит рассказывать подробности. Скоро ты поймешь. Да что ты делаешь? Давай же! Что? Что произошло? Застряла, не открывается. Ну, ты же проверил. Рука болит. Джим. Минутку. Подождем, сейчас начнется дождь. Господи, боже мой, у тебя была одна задача, а совсем одна. Не говори совсем одна, не умаляй мою задачу. Не открывается, что мне делать? Плюнуть? Кажется, есть проблема в саду, у меня болит ладонь. Джим ждет, что будем делать? Ай, минутку, не будем портить настроение. Всего лишь сделаем перерыв из-за технических неполадок. Идем со мной. Спина болит. Здесь тоже есть. Давай, у него цвет красивый. Давай закроем. Парень ждет нас. С этим получится. Давай, вставай. Возьми, вставай. Держи это. Возьми. Ну, давай же. Давай работай. Ой, Кью, я хотел, чтобы ты заново пережила момент, когда мы познакомились, но я не смог. Я очень тебя люблю. Прошу, дай мне еще один шанс. Джим, что это? Это не совсем дождь, но... Да что это такое? Сестра, пожалуйста, скажи, что вы помирились. Любимая. Я не могу представить жизнь, один день, одно мгновение без тебя. Если ты дашь мне еще один шанс, обещаю тебе, до конца твоей жизни я сделаю тебя счастливейшей женщиной на свете. Я очень тебя люблю. Не только тебя, но и твою семью, твой дом, твой район. Я очень люблю то, что принадлежит тебе, то, что напоминает о тебе. Мы не дадим никому влезать в наши отношения.
Я готов сделать ради тебя все, отказаться от всех. Ты выйдешь за меня? Конечно, некрасиво перед семьей. Значит, и ты увидел наш счастливый момент. Да. Конечно, не знаю, насколько тебе понравилась эта сцена после вчерашней ссоры. Понравилось, конечно. Твое счастье, мое счастье. Реально? Я очень рад за тебя. Я сейчас так рад. Два моих любимых человека рядом. Давайте вы тоже обнимитесь, чтобы все ссоры, неприятные воспоминания забылись. Нет, зачем сейчас это? Незачем. Очень надо, брат. Давайте. Мы уже семья, давайте. Джем прав. Энергия очень важна. Любая плохая энергия вредна для отношений. Клянусь, он гуру любви. Все, ну, что он ты. Говорит, правда. Вот и все. Поздравляю. Спасибо. И мы поздравляем. Сестра, дай Аллах, вы будете очень счастливы. Кстати, вы за моей спиной проделали работу. Не думайте, что я этого не заметила. Разве плохо? Нет, неплохо. Кстати, мама отправила смс-ки, очень переживает, спрашивает, что мы делаем. И мама знает. Я здесь снимаю видео, а она мне пишет, не останавливаясь, что вы сделали. Вы способны на все. Она переживает. Я очень рад, что ты пришел, брат. Наверное, ты пришел успокаивать меня, думая, что мне откажут. Нет. Тогда ты знал, что IQ меня простит, и пришел меня поздравить. Это не так. Тогда зачем ты пришел? Я пришел для Суды, она рвет и мечет, ждет IQ и меня, чтобы поговорить. В такой ситуации, ладно, я сам пойду, все решу. Брат, не глупи. Мы говорим про Суды. Если ты пойдешь без IQ, она сойдет с ума. Спасибо. Любимая. С вашего позволения. Нам нужно срочно поехать в компанию. Ладно, хорошо. Да, давайте. Минутку, ты тоже поедешь? Есть возражения? Нет, никаких. Я больше не хочу разлучаться с IQ даже на секунду.
Они помирились. Ай! Да что случилось? Что? Они помирились. Помирились, пришла смс-ка. Ойкю и Джем помирились. Слава Богу, слава Всевышнему. Господи, слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Ой, как хорошо. Слава Богу, они скоро поженятся. Дочка, желаю нам такого же. Очередь за нами. Аминь, мамочка. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Ой, сколько уже времени? Разве тебе не надо было идти? Может, нам нужно пойти уже? А куда это вы идете в такое время? В офис нашего зятя. А кто ваш зять? Узан. Вы идете на фирму Тикенсоем. Что вам там делать? Сестенка, ну, как ты и знаешь, Снур с детства есть интерес к рисункам, к сочинениям. О, боже мой, разве было что-то такое? Я даже не знаю. А ты знаешь, Расмея? Нет, сестра, я тоже ничего такого не знаю. Насколько я помню, еще в начальной и средней школе у Нур литература слабая была. Ой, боже мой, что это? Интерес есть, и что дальше? Ну, я это... Ну, попросила госпожу Джанан, может ли она посмотреть сочинение Нур. Ну, просто так. Интересно, когда же пошли эти разговоры, Ферин? Ой, да ну, как это, ну, вот как произошли, я даже не помню. Спасибо госпоже Джанан, не отказала мне. Интересно, почему она тебе не отказала? В обмен на это ты дала ей какую-то секретную информацию? Разве такое может быть, Ферин? Ой, может ли быть такое? И еще чего, сестра? Будто вы обе меня не знаете, боже мой. Ой, ладно, я сделала вид, что нет этого разговора. Ни этого сравнения не было даже. Понятно? Иначе я бы обиделась на вас. Обиделась, но у меня сейчас время нет обижаться. Да и вы... Я бы так ответила нужному человеку как следует, но и на это тоже времени нет. Не так ли, Нур? Да, мама, нам необходимо срочно уходить. Стой, дочка, где эти новые документы? Стой, стой, стой. Где они? А, вот, да, они вот здесь отказались, да, да. Сестренка, еще раз поздравляю тебя. И не смотри на слова ее, у нас с ней свои есть дела. Да как ты много говоришь, Ферина, идите уже ради бога, главное, что тетрадь у вас. Давайте, вперед. Брат, а ты шафером побыл, получается. Извини. Никак не могу отпустить руку моей будущей жены. Нет, ты сиди. Любимая, давай сразу же поженимся. Более того, на этих выходных. Ну разве не очень рано, Джим? Ты права. Что с подготовками делать? В конце концов, это наш самый особенный день. Он должен быть идеальным. Раньше мне эти свадьбы казались глупыми и ненужными. Но сейчас даже я мечтаю о нашей свадьбе. На берегу, в красивом отеле. Что скажешь? Джим, поговорим об этом наедине. Что такого? Да и брат скажет свое мнение. Нет, я не буду вмешиваться. Ты да, не вмешивайся, брат. У нас вкусы нереально разные. Ты однозначно хочешь что-то простое на открытом воздухе, в саду. Что-то такое обычное. Почему обычное, Джим? Разве это не обычное? Нет, мне кажется, совсем нет. Да я тоже не особо планировала. Но я тоже бы предпочла простую церемонию. Хорошо, принцесса. Как хотите. Забрали будку? Да. Хорошо. Тогда мы это уже вернем. Хорошо, брат. Молодежь. Спасибо. Пожалуйста. Пойдем. Мы справились. Справились.
Какими они оба были счастливыми, а когда уходили? То есть... Ну, конечно, благодаря тебе. Нет, душа моя, что я такого сделал? Несколько маленьких номеров. Вот ты отношения, особенно женщин, всех разгадал, мне кажется. Скажем, пытаюсь их разгадать. Не просто сделать то, что не смог Фрейд. Но... Я бы больше всего хотел разгадать тебя. Меня? Да. Ты совсем другая. Я столько женщин знал. То есть, когда делал исследования для своих книг. Ни одна на тебя не похожа, знаешь? То есть... Ты очень особенная. Ну да, я принимаю, что я тут еще экземпляр. Не экземпляр. А редкая. Я... Да что я сделала? Господи, прости. Руя! А если бы она пришла на 10 секунд раньше? Суда, ты в порядке? Ух ты! Вы оба! Как это? Я думала, что вы вдвоем эти... Что эти? Ну, то есть, они так много ругались. И я подумала, что они влюблены друг в друга. Какая любовь? Ничего подобного нет. С чего это вдруг, Суде? Ойкю, моя любимая. Более того, недавно я сделал сюрприз и предложение руки и сердца. Да, да, вот смотри. Правда? Ну, вы испортили этот момент и приехали сюда для меня. Да, я попросил Ойкю. Спасибо ей. Приняла. Да, ради тебя приехали. Ну, ты для нас очень важна, Суде. Ой, да ты моя самая лучшая подруга, Ойкю. Кстати, поздравляю. Спасибо. Ну, когда вы оставили меня в один момент и ушли, я подумал, что вам на меня все равно. Разве такое возможно, Суде? Значит, эта комната моей лучшей подруги. А хорошо, что я упустила из виду эту комнату. Ну, раз ты начала здесь работать, значит, можешь оставить во главе нашего фильма. Хорошая идея. Суде, я занимаюсь твоим фильмом. Этот фильм о любви, Ози. Мы нуждаемся в чувственности Ойкю. Любовь, чувство, страсть. Что ты в любви понимаешь-то? Ты права, я, конечно, не понимаю в то, во что верю. Брось, брат, ради бога. А что случилось с той загадочной девушкой в отеле? Ты выглядел влюбленным. Ты посмотри. Какая любовь. Смотри, смотри, застеснялся. Но если ты и с девушкой так себя ведешь, то это неправильно. Мне кажется, тебе надо познакомить ее с нами как можно быстрее. Вчетвером поужинаем. Я не вижу с ней больше, брат. Почему? Потому что она оказалась в Рунии. Да ты что? Я сейчас понял. Ладно, давайте закроем эту тему и поговорим о нашем фильме. Да, мне тоже так кажется. Договорились, да? То есть во главе этого дела будет Ойки. Я хочу ее видеть на каждой своей сцене, как подружку. Суде. Во главе этого дела есть я. Ну, он есть, да, и у меня тоже нет такого уж опыта, и, то есть я не могу. Ойкю, не говори глупостей, сможешь, да я Азан тебя быстро всему научит. Господин Азан, пришла госпожа Нур, вы свободны? Нур? Привет.
Я вчера не смогла принести, поэтому захотела принести сегодня. Да, вспомнил. Я не думала, что ты серьезная, да и не знала, что ты что-то пишешь. Значит, талант в генах. Ну, не как дедушка, конечно, но да. Посмотрим. Можно. Только мы сейчас не работаем над новым проектом, не будем тебя попусту обнадеживать. Ну да, пусть. Мне интересно, вы можете меня и по-другому оценить. Совсем не проблема. Ну, дорогая, что значит оценить? Я не поняла. Ты же про резюме свое, наверное, да? Да, да, в документах так и есть. Мое резюме. Можно и просто для стажа. Все подойдет. Хорошо, дорогая, раз стаж, то хоть завтра приходи и начинай. Правда? Спасибо большое. На самом деле, эти дела со стажем не совсем по тебе, Нур. Ты же и работать не особо любишь. Нет, я очень люблю. Я хочу хоть стаж, хоть что угодно в этом деле. Хорошо, тогда супер. Ладно, молодежь, я побежала. Знаете, что на выходных уже будут первые съемки. Я жду вас всех, особенно тебя. Не волнуйся по этому поводу. Увидимся тогда. Пока. Я тогда в своей комнате. Ну тогда вместе выйдем, я тоже собиралась выходить. А я тебя провожу, Нур, дорогая. Давай, ну тогда да, до встречи, да, давайте. Разве ты не поспешил в решении с Нур? Что такого, просто стажировку пройдет? Да и разве она чужая? Ладно, раз ты так говоришь, пусть так и будет. Я у себя, хорошо. Иди сюда. Ты что делаешь? Проходи, поговорим. Ты что делаешь? Мое терпение начало лопаться. Мало того, что сама на фирму проникла, так еще и семью сюда пытаешься приписать. Да как это со мной связано? Бросите номера чистой невинной девушки. Не хватило тетрадки забрать? Еще и на фирму глаз положила. Следи за словами. Знаешь, ты можешь быть достаточно опасной. Смотри, это дело закончится. Иначе... Что? Иначе что? Что? Мне надоели эти твои угрозы. Ясно? Пусть будет, что будет. Смотри, я верю в любовь Джема. И я Джема люблю. А сейчас я пойду и расскажу ему все. Джем? Что ты мне расскажешь, Уйкю? İnşallah derken 41 kere maşallah derken tam da aradığım aşkı bulmuşken her şey alt üst oldu birden. Ah, aşkın gözü körmüş derlerdi, kalbini acıtırmış derlerdi ama aşk gibisi yok da derlerdi. Aşk için her şey, aşk için her şey. Aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey.